Егор, ай. Как тебе погодка? Погода футбольная, как в Англии, туманный Альбион. Хорошая, да? Да, конечно, вряд ли много людей придет, но ждем всех, кто решится прийти в такую невзрачную погоду для болельщиков, но для футбола это кайфа. Как дела? Нормально все. Пойду разминаться уже время. Как добрался до Хабаровска? Давай рассказывай. Как обычно, через космос. Через космос? Да. Да ладно, ты просто на трюк уже нормально, полетов. Че, когда обратно? Да обратно? Завтра. Завтра? С победой. С нашей. Он так же СКА показывал, ходил. Во-во. Пойдем, братва, пойдем. Давай. Всех с победой. Жор, ну остановись. Ну что ты хочешь? Давай короткий комментарий. Опять ты, опять с камерой. Да, как всегда. Победный гол, хорошая игра. Тяжелая игра, я бы сказал. Очень достойный соперник. Хорошо противостоял нам сегодня, я уже говорил это. Всех с победой. На самом деле такие игры бывают, тяжелые. Но... С голиком, молодец. С нулем. Приходится добывать победы вот такие тяжелые, это важно. У команды есть характер, и это очень здорово. Всех с победой. Спасибо. Все, ребят, минутку внимания. Очень тяжелая игра. Вы сами почувствовали. Проявили характер, красавцы. Я говорю, такие игры тоже бывают. Говорю, молодцы. Молодцы, много сил отдали. Поздравляю вас всех с победой. По традиции. Гадж, давай. Ну, я, наверное, скажу, что сегодня тяжелая игра была, и я думаю, что мы забили единственный гол, тем более в штрафной так разобрался. Я думаю, что эту награду заслужил Жора Гангадзе. Браво! На хате повезешь. Спасибо, парни. Всех с победой. Очень важная победа, очень тяжелая игра. Буду немногословен, у нас неделя, нужно готовиться к следующей игре. Это общая награда, и она останется в разделах. Всех с победой. Раз, два, три. С победой. Спасибо.